Добрый день! Сегодня будем перебирать компрессор пневмоподвески на Land Rover Discovery 3. Начинаем со съема минусовой клеммы. Ключик здесь на 13. Клемма оказалась не затянута. Откинули клемму. Теперь будем поднимать, вывешивать автомобиль и продолжать демонтировать компрессор подвески. Вот автомобиль вывесили. Снимаем нижнюю защиту. Кожух не свисал. Откручиваем головкой на 10. 1 болт. Откручиваем вот этот второй болт. И спереди откручиваем третий болт. И снимем. Ну вот, сняли защиту. Вот он сам компрессор. Теперь разъединяем вот эти разъемы. Потом откручиваем трубки. Получается, откручиваем кронштейн. Кронштейн крепится здесь на трех болтах, они немножко неудобны, надо повозиться. Вот эти задние трубки, две, они несъемные, их надо будет обрезать. Обрезать, и потом будем соединять их уже цангами. Взяли неоригинальный ремкомплект с цангами и будем соединять. Но в данный момент разъединяем разъемы. Вот, разъединил разъемы, открутил шланг один, который от компрессора можно было с цанги его снять. Ну, вот так. Начал откручивать кронштейн. Один болт здесь, один болт вот там внутри. Отсечу. Вот он. И один болт сверху. Сейчас буду до него добираться. Снял компрессор. Открутил третий болт. Вот он сверху находится. Открутил его трещоточным ключом. Вот таким вот, на 10. Подлез. Вот эта трубка мешает его одеть. Получается, ее отжал, одел. Чтобы ставить, надо будет посмотреть. Трубку отодвину немножко. Шланги я задние, вот этих два, обрезал. Вот они. Вот их будем как раз соединять цангами. Почистим все здесь. С компрессора получается, отключил только одну трубку. Вот эту трубку открутил. И все. Проводка. И компрессор снял. Все, будем разбирать дальше. Теперь компрессор. Ну вот сейчас посмотрим хоть, что там есть в ремкомплекте. Получили ремкомплект, еще не вскрывали, не смотрели. Ремкомплект по Авито отправили с Нижнего Новгорода. Нашли на Авито. Так, что там? Вот он ремкомплект. Вот цанги. Трубка. Силикогель. Ремкомплект для компрессора Hitachi. Крышка новая. Вот они, две цанги на те шланги, которые надо будет обрезать. Кольцо на поршень, уплотнители, съемник трубок фитинги. И фитинги. Ну, цанги тоже переходные. Две сюда. Одна, наверное, в запас. Одна с обратной стороны. Скорее всего, с той стороны компрессор. Вот такой вот ремкомплект.
Будем разбирать дальше. Вот сняли компрессор немножко, почистили его. Откручиваем подушки. Это я сорвал. Здесь получается торкс Т25. Соединили от кронштейна, снимаем проводку. Разъединил. Здесь получается вот такой вот. Один защелкивается, целый. Все, это чистим. Так. Снимаем трубку, нажимаем вот на эту цангу и просто его вводим. Также нету. Так. Откручиваем вот этот болтик, который крепит осушитель к электродвигателю. Здесь крестовая отвертка. Он. О, пошел. Обычно он прикипает. Открутили. Смазали. Пробуем снимать. Поворачиваем осушитель. Грязью закоксовался. Сняли осушитель. Берем отвертку, снимаем вот этот шланг. Теперь берем ВД-шку, забрызгиваем болты. И аккуратно откручиваем, если они закоксовались, чтобы их не обломать. Их надо расшатывать. Головочка на 8. Нормально.
и легко. Потом их надо будет почистить хорошо и поставить, когда собирать будете, чтобы было все чисто. Провод вот этот обрывать не нужно, аккуратно снять его целым. Колечко это тоже, его можно не трогать, потом сюда в паз поставим. Вот это клапан. Снимаем поршень. Поршень в хорошем состоянии, зеркало не набито ничего, если видно. Откручиваем теперь крышку. Крышку оторвал, она сидит на герметике, поэтому там нужно приложить усилия, но чтобы не загнуть края. Теперь прокручиваете поршень вверх. И откручиваете. И тоже торкс Т25. Откручиваете сам поршень, шатун. Получается противовесом и шатуном, и сорвал. Открутили. Кольцо тоже без задир, без всего, нет задира, вот она снизу, вот она, почему-то задрано, его будем менять, подшипник крутится мягко, но он сухой. Поэтому мы его заменим. Ладно, подшипник поменяли. Меняем кольцо. Старое снимаем. Новое ставим.
верхнюю головку решили не менять, она нормальная. Оставляем ее. Ну вот, установили поршень, будем делать дальше. Так, поршень поставили, здесь я почистил, продул, крышку почистил. Сейчас соберем на место. Герметик серый, 3/9. Пазик, чтобы попало там, лишнее уберем. Пусть она пока сохнет. Разбираем осушитель. Откручиваем 6 болтов. Здесь торкс Т30. Теперь снимаем крышку. Гель весь пришел в трубку.
Продолжаем собирать. Ставим. Мембраны продули. Ставим на место. Все почистили. Засыпаем новый силикагель. Смотрим, чтобы пыли не было. Нет, пыли нету. Чистый. Затягиваем по кругу. Так, ну все, затянул. Ставим новый шланг. Пропускаем сюда. Чтоб не переламывался. Почистил, протер, посадочное почистил, ставим на место. Поставил его на место. Теперь чистим головку. Резинку вот эту можно было не снимать, но она осталась на головке. Резинка целая, не раздавлена. Мы ее силиконом смажем и поставим сюда на место. Положу пока здесь. Чистим головку. Убираем старый силикагель. Ну, а мы его сюда отсосим. Откручиваем клапан. Клапан собрал, промыл, почистил резиночки, тоже почистил силикон, смазали их. Thank you.
Родное колечко порвалось красное. В ремкомплекте было зеленое. Заменили его. Мембранку почистили. Ставим мембранку на место. Придерживаем ее. Это вот колечко с цилиндра. Ставим его на место. И ставим головку. Ну вот, головку прикрутили, затянули. Сейчас не забываем поставить шланг на место. Дренажный. Этот затянули клапан. Теперь пробуем снять крышечку. Так. Здесь получается Т25. Да. Торкс Т25. Один саморез все-таки обломился. Ну-да. Три пачки. Высверлил болтик. Три открутилось, один обломался. Все. Собираем обратно. Болтик на 4, здесь сквозная и гаечку с капроновым кольцом. Все, сейчас затяну.
нужно это все. Осушитель все-таки решили перебрать, родную крышку назад поставить. Здесь трубка на 6. Надо было новую цангу нарезать здесь, убрать старую, нарезать резьбу и вкрутить новую. Но так как мечика нету, будем ставить назад старую крышку. Здесь трубка на 4. Она не пропускала. Соберем, проверим. Все, я переставил крышку. Теперь сюда ставим новое колечко и ставим осушитель на место. Так, вот колечко. Все, теперь раскрутим клапан, посмотрим, в каком состоянии он. Да, клапан прикипел, открутить невозможно. Если придать усилия, просто можно свернуть голову с цилиндра. Решили его не перебирать. Ну все, перебрали. Пробуем ставить, проверять. Заведем, покажем. Все, установили компрессор, намазали мыльным раствором, фитинги намазали здесь на крышке. Нигде ничего не сопит, воздух не идет. Ошибки не дает. В данный момент работает все нормально. Заведи еще раз. Ну, допусти подвеску. Стандарт. Стало, да? Нет, ничего не сопит. Поднимай его холод. Вот эту вот крышку ставим на нее, на место. И выражаем особую, как говорится, благодарность Вячеславу с Нижнего Новгорода, который прислал нам ремкомплект на компрессор, которым мы воспользовались, перебрали и установили. Ни много, ни мало, а экономия приличная. Номер телефона Вячеслава приложу внизу на ссылке. А в принципе его было видно на видео.
Сейчас еще раз покажу. Это номер телефона.